Меня зовут Андрей Секу. Я в тюрьме 4 года. Сегодня я плачу за свои ошибки, сделанные в прошлом. Когда мне было 13 лет, я начал употреблять наркотики. Чтобы получить наркотики, я крал. Наркотики посадили меня в тюрьму. Мне жаль, что я потерял столько лет моей жизни, но я не могу изменить свое прошлое. Но я могу изменить свое будущее. Именно здесь я узнал, что у меня есть все шансы изменить себя и помочь другим меняться. Всем привет, ребята. В пенитенциарной системе существуют различные программы, предоставляя психологические и социальную помощь. Специалисты и инициатива «Позитивы» говорят нам, что для таких, как мы, может быть другая жизнь. И они учат нас и объясняют, как жить по-другому. Сегодня, несмотря на то, что ты находишься в тюрьме, ты можешь пользоваться услугами, начиная от снижения вреда до реабилитации, включая психосоциальную поддержку. В случае, если у тебя обнаружили ВИЧ, то ты можешь начать лечение. Меня больше впечатлило, что я не узнал об этой программе от специалистов, от психологов, от своего тюремного друга. Я говорил с ним от равного к равному, и он убедил меня. Меня никто не заставлял принимать участие в этой программе, это было мое решение. Теперь я хочу гораздо большего. Я хочу пройти программу реабилитации, а затем помочь другим, которые были в похожей ситуации. Потому что все хотят жить. Каждый заслуживает второго шанса, и каждый имеет право начать новую жизнь.